Красноярск 2019. Проектируем будущее. Само название уже задало тему предстоящего форума. В этом году он продлится дольше, чем обычно. 3 дня. За это время участники проведут несколько молодежных фокус-групп, пообщаются на дискуссионных площадках и на итоговом заседании представят свои идеи. Проведение Красноярского городского форума является, на сегодняшний день, пожалуй, одним из наиболее важных проявлений той политики городского управления, которую реализует глава города Эдхам Шукриевич Акбулатов и которая связана с повышением ее открытости. На 5 дискуссионных площадках обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием города на перспективу. Муниципально-частное партнерство, укрепление туристической привлекательности, развитие транспортной системы, вопросы включения населения в подготовку универсиады и другие. Основная тема – это все-таки синхронизация. Я в сложном языке скажу. Программ развития конкретно красноярского бизнеса в рамках подготовки и реализации универсиады во всех аспектах. Внимание уделят и внешнему облику города. На площадках молодые дизайнеры обсудят бренд Красноярска и в целом поговорят о том, как можно развивать городскую среду. Мы, конечно, хотим, чтобы Красноярск, получая импульс от этого грандиозного проекта, он запустил ряд процессов в среде города Красноярска, которые сделались бы необратимыми и в позитивном смысле улучшали бы каждый день и каждую минуту то состояние города. Программа форума опубликована на сайте администрации города. Организаторы приглашают горожан принять участие в дискуссиях. Виктория Кудашева, Дмитрий Яковлев, Афонтово, новости.